Итак, стрим, надеюсь, пошел. Во всяком случае, я на это надеюсь. Как и всегда. В общем, Итак, стрим. Всем добрый вечер. С вами Раевский. И сейчас, в общем-то, будет то, что из-за кота на марафоне не состоялось в моем исполнении. Это были жабы на Сеге Мегадрайв, в котором кот был потом успешно приговорен. Видеть его страдания мне в конце концов надоело. И я решил, что, в общем-то, коту нужно просто популярно показать, как в это нужно играть, чтобы он не мучился, а прошел-то в два счета потом. Ему все равно еще NES проходить версию. Как бы мне этот долг это еще с марафона у меня осталось, так что самое время бы это запустить. О, простите. Вот так. Бывает. Как бы Мегамена Кунка сегодня не будет. Сегодня бои жабы. Так как тут интро заставки нет, то я просто сразу начинаю игру, нефиг пока. Сразу говорю, я стрим настроил за 2 минуты. Так, скажем так, батманьяков я не готовил. Поэтому просто пройду обычный сеговский батлтоц. По-моему, это единственный из БТ, который я... Несовский я проходил, американку и японку, а вот сеговский счет не стримил. Алекс Смайл, так и есть, старый микрофон у меня вышел из строя. Пришлось брать новый, а он оказался менее удачным. Я сам это знаю, Алекс. Но, блин, это... Но не судьба. 2 раза везло с микрофоном, а вот с третьей уже нет. Причем, блин, гарнитура стоит дороже, чем моя. А варпы? А зачем варпы? Тру игроки играют без них. Надо же все показывать. Привет, Нека. Да, специально для тебя показательный стрим. Привет, Алха. А чё не Донди? Донди версию я стримил, а Сега версия мне должна была быть на марафоне. Поэтому она и стримится. Ну да, мой голос теперь отфильтрованный. Чтобы моих излишних воплей слышно не было. Ласкер Хелл. А то их они бесили многих по этой причине. Считайте это экспериментом, что теперь я вопить не буду. Не очень хорошая ночь. Ну, видишь, Нека, набивать-то на самом деле-то и не сложно, главное просто долбить кнопку.
тебя не звали, потому что... Тогда это было бы здрасте оскорблением. Я просто хочу, чтобы ты это просто сам увидел. Так, с палкой, в принципе, достаточно просто вот так вот прижимать и вот так вот постепенно подниматься. Основная проблема — это контроль полета высоты ворон, а то они могут внезапно подняться на вершину экрана, они же ведь поднимаются на пару пикселей выше, как бы. А если ты вздумаешь вместе с воронами подниматься, они еще дальше поднимутся. Сейчас еще две будут. На сешки набивать еще легче, чем на НЕС. Я тебе вот сам скажу, Костя НЕС. Вот так тебе. Вот так. Вот так. Сложнее всего тут из этих ворон 4 жизни выжить. Что скорее всего я не сделаю. Выжил только... Главное, палку не терять. Ну да, привет, Винарлин. Вот оно отличие от NES-версии. Тут вороны не появляются, а на нас было очень заманчиво тут сидеть ворон набивать. Как говорится, все проделываете вручную. Не сказать, что это так уж... Чёрт! Ритм сбил. Бывает. Блин, вместо 4 жизней набрал только одну. Так, этих вот так сбиваем. Сейчас две вылезут вороны. Вот так сделаем. Как бы проблема Клингервингера существует для тех, кто играет на геймпаде. На клавиатуре он прочь. Сразу говорю, я в некоторых местах могу много сливаться, потому что я не помню. Например, тот же 7-й уровень мне никогда не нравился. Но пройти игру я в любом случае должен. Ну а что, время жажды скорости? Как бы на прохождение без смерти я никогда бы и жаб не претендовал. Я их не задрот. На. На геймпаде сложно поворачивать, как бы. На клавиатуре сложные повороты проходятся легко. Может, темная королева на Сеге и секси, но кривая, на мой взгляд, до ужаса. Потому что на Сеге реально хватает своих кривых моментов, и я их, в общем-то, сейчас укажу. На очки я, в принципе, могу забить, потому что набрать 6 девяток я тут смогу в любом случае. В целом, гонки на Сеге значительно проще, чем на NES. Кроме одного момента.
до которого мы сейчас, думаю, доедем. Оп! И у меня такой вопрос, чем боежаба похожа на Сэма? Потому что жабы и Сэм делают... Оп! 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 Раз, два... Джа... Раз, два, три, четыре. А вот сейчас будет как раз кривой момент. Платформы в воздухе на Сеге сделаны просто ужасно. По ним очень легко промазать. Поясняю, в Сэме 3 мы пауков ломаем панцири в рукопашную со звуком «Оп!». А звук тут очень похож. Оп! 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 Ну вот! Я честно говорю, прыжок кривой. Так что фейлом не удивляйтесь. На Нессе вы тут никогда не сделаете ошибку, это я могу вас заверить. Здесь в чат не смотрю, все-таки сконцентрироваться нужно. Блин. Да, тут динозавры на тампонах. Какой к черту варп? Я играю без них. К тому же кайфовые уровни пропускать как-то впадлу. Ай, бывает. Кайфовый на самом деле. На самом деле вырезать те уровни, которые обычно варп пропускаются, они хороши. Хотя бы вот что на Сеге легче сделано, нету той знаменитой смертельной инстакилищей атаки у снеговиков. Но БТ — это штука, которая собирает людей. Но я предпочитал этого чувака не убивать, так проще. Аккуратней.
Сами понимаете, народ жаловался на вопли. Я как бы послушался вашего совета, взял микрофон, который мои частоты убирает. Как говорится, все для вас, зрители. Не жалуйтесь. Прыгать тут надо только на вторую. Ой! Бывает. Ну, в целом, да, но кривости в ней своей хватает. Я эту кривь еще покажу. Фу! Что за фигня? Обычно я столько... Обычно я на этом месте столько не дохну. Обычно я успеваю тут брать жизнь, но тут я даже жизнь не успеваю толком взять. Почему с первого раза нельзя было так сделать? Ну как бы к форс-мажорам надо готовиться. Жизни фармил на что? На случай всякой подобной ерундистики. Я ж, блин, не задрот киномановец, который проходит бой жабы с закрытыми глазами. Ай! Да что такое? Да, не задалось у меня что-то. Ладно. Жизни много. Отлично. Тут они намного медленнее опускаются. Прям так медитативно. Хитрить не буду, как на NES. А просто пойду вот так. На NES я вообще тут другим совершенно способом прохожу, потому что там вот этот момент сложнее. И мне проще будет именно вот так вот, открыв эту хрень, пройти. А здесь я просто сделаю так. С большой мембраной микрофон. Ну да, не может у меня микро в высокие частоты, и это я знаю, в принципе. Серфинг я здесь не особо люблю. Ай! Я хотел запрыгнуть на последнюю. Ладно, без жизни остался, но фиг. Привет, комбайнер. Ладно. На оборотень на Нессе тактика та же самая. Надо быть просто осторожнее. Старый добрый Блэх, который, как обычно, ничего не может сделать, потому что отпизживается палкой по хвосту.
Сейчас начинается старый спор, какая версия лучше, на Sega или на NES. По мне, обе кривые. Назовем это так. Но мины здесь медленнее, во всяком случае. И не троллят, но зато здесь можно опять-таки промазать по трамплину очень легко, не предупреждают. Хак Дарквин Ревадж Про? Я его проходил, он по мне это херня. Самые не кривые это Battletoads Double Dragon. Ладно, забьем на эту жизнь в конце концов. Здесь реально проблемы с трамплинами в сеговской версии, так что... Это ее кривь. Тем более, счет жизни у меня тут в штуках 15-16 как бы не сильно критичным. БТДД самый прямой, на мой взгляд, на Нессе. Именно. Ну, на Сешке он тоже нормальный, но... Цензура там на БТДД. На Сеге, ничего не поделаешь. На Снессе Музон, да. Согласен. Но есть геймплейные уже определенные неприятные моменты, которые мне не нравятся. Я забыл, что надо было прыгать, ладно. Перезапуск. Цензура? Звуки ударов. Послушай звуки, с какими отпиздивают тёлок на, допустим, NES и на Sega. Разницу почувствуешь сразу. Сочли этот звук удара слишком жестоким. Тут, кстати, змеи ведутся немного иначе. На NES подниматься можно, на Sega нет. Да не бред, это факт, в конце концов. Не сильно мешающий, но тем не менее, цензура есть. По поводу цензуры вообще даже лично на марафоне мультиплатформенном заходила. Где об этом упоминал Тенамба. Еще один местный прикол на четвертых змеях. Все мы привыкли проходить на Нессе, тут момент со срезкой. Как знаете, она здесь не работает. Никак. Так что проходите змей по-честному. А вот это самая мерзкая змея. Фух! Хотя бы отмазался. Здесь на последней змее ошибиться легче легкого.
Хотя бы платформы поставили, и то хорошо. Придется все повторить. Повторюсь, на Сеге здесь сложнее, чем на NES. И не только из-за самого факта срезки, но и вообще этот момент стал сложнее. Тут опять хитрости. Потому что змея тут очень короткая. Легко не успеть. Фух. Ну что, время поджариться. А вот этот уровень не люблю уже именно на Сеге я. Не знаю, видимо, я его не до конца понимаю, что ли. На NES он там понятно, как он проходит. На NES, да, трясется задний фон, когда удары венг. Потому что лень разрабам был оптимизировать бревна. Ориентируемся по тени. Эуч! Да черт! Фу, какого черта? Ладно. Внезапно. Нет, я, конечно, на одну смерть тут закладываюсь, но не на... Так. Да. Не успеваю. Это я скорее больше сейчас тупил, потому что я же игру не тренировал. Гоночки! И вот это, и вот сейчас будет самое время для большого срача по поводу сложности этих гонок. В целом, на Сеге они намного медленнее, но... Легендарный баг американской версии тут, естественно, уже убран. Это повод для очень большого срача. Поскольку многие считают, что вот этот момент намного сложнее, чем ракеты. По мне, полная чушь. Это место проходится элементарно. В отличие от тех же ракет. Ай, бывает. Ну, это я уж просто расслабился. Потому что тут ты берешь жизнь в середине. И все, тут проблемы нет. А вот на ракетах жизнь только в самом конце, ребят, приплыли. Да я сейчас откровенно занимаюсь тем, чем заниматься не стоило бы. Мне. А вот это я не. А вот тут, может быть, сливалити очень легко. Но это я не умею проходить, сразу говорю. По мне момент просто ужаснейший. В первую очередь из-за абсолютной рандомности ракет.
Потому что неизвестно, когда они вздумают пойти вверх, когда они вздумают. Так, это третий. Вот тут повезло! Понимаешь, в чем дело, Эльчихо? Это не работает в сеговской версии ни одним местом. Не... Не потянула Венкман. Я говорю, те, кто привыкли проходить, как и я, халтуря по низу, здесь получат по морде. Эта срезка не работает. Элементарно. Она Нессе приходится извращаться. Чем выше сбираешься, тем больнее падать? На наш ответ всегда нужно стремиться к вершине. На Амиге, да, согласен, уровень этот круче. По определенным причинам. Не, прыгать пока не буду, пусть лучше лазеры исчезнут. Вот так. Палку до босса желательно бы донести. Любым способом. Без нее босс может неожиданно очень нехило подставить. Кстати, эти пружины — это отдельный повод для троллинга в сеговской версии. Потому что они могут провалиться вместе с тобой. Но эта проблема будет актуальна только, скажем, на последнем уровне. Бро, я стримил тот хак, просто записи не было. Я считаю, если честно, хак вариантом для тех, кто оригинальный БТ пройти не может. Ой! Вот ты себе усложнил жизнь 200 раз! Сразу говорю, здесь разбить вентилятора нельзя. Так что прыгаем честно. Но тут, конечно, газовые установки тормозят, так что проблем особой тут нет. Мне тут гораздо больше босс не нравится. Из-за его, скажем так, траектории тут немного особой, я жизни могу насливать. Так, подставу... А, ну тут подстава облегчена. На Нессе тут были газы на весь экран. Зато тут подстава такая, что на всю высоту прыгать нельзя.
Дементрус, меня просто просили заткнуть время, а на фейлы кота мне смотреть как бы мне надоело. Поэтому я решил ему, скажем так, преподать стрим-подсказку. Пусть это ему поможет. Такое на самом деле проводилось. Для меня вот там кол мастер-класс под радиусу показывал в свое время. Вроде бы я его правильно загнал. Ай! Блин! Сбил тайминг. Замечательно. Да, это скорее здесь он не Робоманус, а какой-то водолаз. Мне этот босс никогда не нравился. Без палки я его нормально убивать здесь не умею. Потому что отскакивает он по бог знает какой траектории. Здесь хотя бы можно с разбегу бить их. Но в воде это не сильно помогает, ибо в воде бегать здесь нельзя вообще. Ну я тут хитрости, конечно, не знаю с колесами. Я их прохожу просто. Ну, пробежали. Но я как бы считаю, что это монах нежелательно их бить. Вот на это место кот ругается вполне справедливо. Грубо говоря, на уже электрических вообще лучше забить. Так, вот с этой рыбкой чуть посложнее нужно. Вот так. И отдыхай. Эй! Ну, я тебя не видел. Смотрите на летающую драндулину. Это очень часто тут встречается.
Блин, а тебя я не заметил опять. Винарлин, а на нас версии так и есть. Спрайт тут... Спрайт там очень корявый. Можно головой наполовину влезть в шипы, ничего тебе не будет. Ну заденешь краем пятки, все, приплыли. Ай, надо было аккуратнее выманить. Самая правильная тактика — акул выманивать по одной, но я нажал два раза вместо одного, и акула меня сожрала. Не стоило так делать. Я просто забыл точный пиксель, в котором она выползает. Я же все-таки сеговскую версию разве что к марафону играл. Да и где? Да и проходил ее только один раз. Поэтому такие вещи я могу просто не помнить. Давай, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Вот так. Вот так. Ну да, здесь акулы вниз не сбивают. О! Вот это... Вот это мне повезло. Они сагрились тут. Так что извращаться мне вообще не надо. Старый трюк. А сейчас будет излюбленное место Кулхарда. Отлично, прошли. Снова уроки акулы избиения. Желтого дьявола быстрее, чем один единственный шип. Интересно, какой? Здесь ута глушить немного сложнее, но в принципе методы те же, быстрые пальцы. Вот так. Так, тут лучше по... Вот так их по одному убрать. Блин, ты еще не добита? Блин! Сволочь! Мерзкие акулы на Сеге, в самом деле. Мне акула тут реально меньше нравится, чем на NES, хотя Брик утверждал всегда обратное. Да, это полный блиныч. Скажем так, блиныч, я буду в другом месте комбайнер говорить. Так.
А ну подплывай ко мне. Вот так. Ну да. В NES-версии либо просто плывешь, либо один раз ударил. Иногда два, потому что акула за тобой может продолжать гоняться. Случается это, конечно, редко, но тем не менее. Да-да-да, на революции пружины будут с провалом. Это одна из самых известнейших кривей сеговской версии. Этого момента я буду ругать отдельно. Привет, Скинсвар. Так. Отлично. Фух, ну и жара, однако. Крыса гонки! Редзер комплит. Ну, значит, на концовочку успел. Да, я, у меня просто микро другой старому кранты. Так сказать, микрофон международной связи. Ну, как бы я знаю, что тот намного лучше был, но тут не угадаешь. О, очень веселое сейчас место будет. А по мне, наоборот, крысы тут просто звери. Особенно вторая. Третья-то как раз нормальная, а вторая хуже третьей. Предвижу вопрос, здесь выпинывание крысы вообще не работает, в принципе. Поэтому прохалявить не выйдет. Проходите честно. Блин, ну ты шустрая! Да, не работает, это я могу на полном серьезе утверждать. Ты даже крысе не можешь нанести урона. ТМД-версии на двоих есть баг на боссе, я о нем не знаю, потому что я вдвоем тут в это не играю. Так-то босс тут простой. Привет, Гентоки.
Я зерокомплит, скажу больше. На NES багов еще больше в БТ. Здесь-то многое пролечили, хотя своего тоже добавили. Ну чё, Клингер-Вингер? Правда, на Сеге тут, на мой взгляд, дохнуть негде. Потому что по умолчанию ты вообще отрываешься от этой штуковины. В японке также. В американке она наоборот. Тебя догоняет на прямых. Единственный вариант — это ускоряться на поворотах. Ну да, тут полная халява. Я могу напиться, и все равно этот уровень пройду без смертей. Самая жесть — это, конечно, Амига. Комбайнер помнит. И там еще музыка просто офигенная. На Амиге в этом уровне. Зерокомплит, ты не прав. Тераварьор доказал обратное. Он прошел это на геймпаде. Я говорю, что... Да, владельцам геймпадов тут не сладко на NES. Но это не значит, что непроходимо. Здесь шарик лошарик, который ровным счетом не делает ничего. Даже скучно. Просто отходишь, бьешь, отходишь, бьешь. По мне, пауза на этом уровне просто вредна, Zero Complete. Не зря 11 уровень называют самым анти-сейв-стейтовым. Ошибки накапливаются. Но этот уровень, пожалуй, один из самых мерзких. Что на Сеге, что на NES. Хотя на Сеге некоторые моменты прилично упрощены. Но там своя, естественно, крит с платформами. Поэтому в целом... Да он-то вроде говорил, что у него... Ну да, я на падах не играю, я играю только на клавиатуре. Офигенно, конечно, палку поставили. Не знаю, по мне сложность однотипна. Вот еще замечательные облачка на Сеге. Хитбоксы у них довольно странные, на мой вкус. Так, а вот тут немного стелса. Бить
их надо исключительно в спину. Вот так. И бегом! На мой взгляд, это единственная нормальная в этом месте тактика. Ой! Так, на палку я уже забью. Как-то у меня с революцией хуже было. Без смертей не проходил никогда. Вечно запарывал. Что-то по глупости. Так, вот эту подставу помню. Сейчас нужно сразу бежать влево. Чтобы не сдуло. Вот так вот. Ну да, у каждого свои сложности. В хардкорных играх у каждого всегда свои проблемы. Это и совершенно естественно. Так, это чекпоинт, насколько я знаю. Я вот это забыл. Ну, бывает. Ой, было. Так, тут... Да, ё-моё, я не хотел два раза нажимать. Ладно. Блин, фейлы идут совсем не там, где я ожидал. Сложные места на этом уровне прохожу сразу, а простые фиг. Видать, синдром стрима. Такое бывает. Ладно, жизни все равно дофига. Пройдется. Оборотень, как бы сливать тут нормально? Ну, пока зеркомпи... Отлично, еле успел! Зеркомпит, конечно, жаль, что ты пропустишь Sin and Punishment, но... Не все же. Так. Ой! Вот это я офигенно прыгнул! Да чё-то на Сеге у меня таких проблем всегда больше. Да затащу это, конечно! Тут ошибки уже на нервах. Да контов тут как до небес, у меня жизни еще 10 точно.
И, кстати, это на полном серьезе, комбайнер. Пружины тут срабатывают не лучшим образом, прям как в Марио. Так. А вот теперь поехали! Как бы тормозить мне на этом уровне нельзя в этом моменте. Чёрт! Я первый раз тут ошибаюсь за все время. Место, конечно, мерзкое. Я не спорю, но, блин, таки спихнуло. Сволочь! Просто сволочь. Ладно. Как бы микрофон из строя вышел. Простая королева, а вот нифига, по мне она намного сложнее. Причем дело даже не в сложности, а на мой взгляд просто в криви. Я королеву здесь считаю кривой. А что именно я понимаю под кривью, я покажу. Какого чёрта? Опять сдуло. Быстрее надо быть. Начался косяк ошибок. Главное просто успокоиться. Да как бы концовка у меня тут никогда не клеилась. Учитывая то, что я мало, в принципе, сливал всю игру, сейчас я, в принципе, реабилитируюсь за все сполна. У меня где-то норма сливов в этой игре жизни 15. Я ее просто сейчас выполняю. Обычно мне эти ошибки гораздо чаще на NES-версии встречаются. Ладно, успокойся. И вообще протру руки, а то руки скользят на клавиатуре. Да, ну что это такое? Не, в панишменте-то... На одном боссе в панишменте так будет. Сразу говорю, в любых раскладах на одном боссе так будет. Но как бы контов мне на него хватит, а там посмотрим. Снова! Да какого черта? Сколько тут жизни слил? Штук 6? Или 7?
Я, блин, знаю, что после этой платформы еще 3 прыжка и все. Ошибка одна и та же. Ну пружины тут реально кривые, увы. Хотя и то, что я сам туплю на ровном месте, спорить не буду. Ладно, выждем. Раз момент упустил, то и не выделывайся. Ну, наконец-то! Привет, Амкол! Да, я тут на этом, внезапно на этом месте слил жизней 8 на ровном месте. Ну, бывает, блин. Как бы... Я же, говорю, не готовился вообще. Фух. Я из урагана ее почему-то зацеплять не получалось никогда. А конечно, сейчас попробую, но скорее всего я опять. А, все-таки можно. Я вот, кстати, о том, что бить из урагана здесь вообще не знал. Да-да-да, она простая. Я тут как на Нессе уворачивался, сливал жизней 6 или 7. Пытаясь спрятаться в углах. Ну, век живи, век учись, это круто. На боссе сейфспот есть, но он ненадежный. На этой версии нужно бить по самому низу урагана, я вообще не рисковал. А била только когда она была открыта, благо она позволяла себя порядочно измочалить. Ну, если можно бить в урагане, то да, это легко. И здесь она не убивает, так как на NES. Ну а что, игра пройдена. Не знаю, у меня, по-моему, жизней еще много осталось. В общем, спасибо, что вы смотрели вот этот вот показательный стрим. Вот такая вот версия. Надеюсь, коту
мои советы придутся по душе. В общем, всем спасибо за стрим. Всем пока. Вернусь через полчаса.